Плохая вода из крана скоро перестанет поступать в дома к местным жителям в рабочем поселке Новая Майна. Проблемы с водоснабжением здесь складывались десятилетиями. Вода имеет неприятный запах и специфический вкус. Применять ее при приготовлении пищи или при стирке одежды просто невозможно. Люди вынуждены покупать бутилированную воду. Она имеет специфический запах, вкус. Готовить на ней невозможно, потому что собирается желтая пена. Но это просто неприятно. Приходится покупать чистую воду. Решение проблемы уже близко. Второй год в поселке проводятся работы по обновлению системы водоснабжения. Здесь появятся новые скважины, насосная станция, резервуары для воды. Кроме того, реконструируют 5 километров водопроводных сетей. Губернатором нашим Юрьевичем Русским было принято решение о строительстве станции водоподготовки здесь у нас в Новой Майне и подаче чистой воды нашему населению. Первый этап включает в себя то, что мы построим станцию водоочистки. Фундаменты под нее с левой стороны уже залиты, готовы. То есть заказано оборудование, которое сейчас изготавливается. И в ближайшее время оно должно к нам уже подойти. Уже осенью вода должна поступить в квартиры. Чистой водой будет обеспечено более 5000 жителей. Работы проводятся по федеральному проекту «Чистая вода», нацпроекты «Жилье и городская среда». Всего на данный объект было выделено порядка 218 миллионов рублей. После планируется провести водовод до сел Собакаево и Лебяжье. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.